Вау-вау-вау. День добрый, с вами господин Пау-чики-пау-чики-пау-пау. Шучу, на самом деле с вами снова я, Бэбэй. А тот ник это не более чем мой псевдоним автора на sexytale.ru. Сегодня мы с вами продолжим разбирать такую замечательнейшую игру, как Overlord Dark Legend. Извините, коль моя картавость режет слух, просто я еврей. В прошлый раз мы остановились на том, что отобрали у бандитов плавильню, избили их, а перед этим еще пару раз надругались над чувством вкуса, прочитывая строки из творения Шуры Полярного. Шура Полярный, ты слюнтяй! За столь прекрасное деяние меня местные жители зауважали и пустили к себе в поселение, где я продолжил шествие захватческое. А еще завел полезные знакомства. Ау, ты толстый, круглый, звука не знаешь! С такой тыковкой не будет скучно мне! О, ты растешь на лозе, будь тыква моей! Ох, ёптишь! Ай да хрен с ней, она все равно меня не любила! О, здоровенький булы! Я ним, а это моя тыквашонка. Я надеюсь, для сладко-луганского сделаете больше, чем ваша родня. Их беспокоят только эльфы и дворы. Возможно, именно вы что-нибудь сделаете с этими волками, которые нас мучают в лесах. Вы кошмар, это же город. Вау, теперь же меня просят убить волков, которые то и дело кусают местных жителей за гениталии. Не стоит меня уважать за столь оригинальный и красивый юмор. Лучше уважай меня за то, что я уже столько роликов придумываю оригинальные переходы к рекламе Imbi Energy. Imbi Energy — это настолько шедевральный энергетический напиток, что его в свое время употреблял сам Вольф Мессинг для поддержания сверхспособностей. Прекрасными вкусами Imbi наслаждался даже сам Кратос, а злым он в свое время стал, так как однажды забыл мой личный промокодик на скидку. Так что не забывай. Очень многие слои элитариев также не отказываются побаловать себя столь чудной эссенцией. Тот же Ипштейн не раз подавал этот дивный энергетик своим гостям. Скажу по секрету, он до сих пор его импьен. Ага. Ведь именно имба зарядит тебя той самой энергией, которую не сможет дать напиток из мерзкой алюминиевой банки. А еще в нем полностью отсутствует сахар. Также считаю нужным уведомить вас то, что у имбы появилось уже аж 11 новых вкусов. Сам онлайн-магазин может похвастаться огромным разнообразием товаров, которые ты можешь заказать, не выходя из дома. Энергетики, комбо-наборы с шикардосными плюшками внутри, некоторые из которых коврики или антисептики. И кстати, напоминаю, что на комбо наборы действуют отдельные скидосики, выгода которых очень и очень даже, не даже. Эта самая скидочка на комбо-наборы доходит аж до 32%. Имба! Энерджи! Переходи по ссылке в описании под роликом и заказывай напиток богов уже сегодня! Наглые просьбы жителей о помощи меня раздражают. Я, конечно, никому ничего не должен, но сходить в темный лес, дабы отрезать себе пару шматков волчатины, не против. И вообще, ныне я пропил курс таблеток и более не желаю наносить добреньким персам урон, хотя даже если бы захотел, то все равно бы не смог. В этой части я вообще не могу злодействовать. Разрабы решили лишить игроков возможности идти по чернушной дороге жизни, и я очень даже понимаю почему. Все эти пытки, отсылки на масонов и оргии из первой части, конечно, были веселыми, но для такой семейной консоли, как Nintendo Wii, подобный темат, мягко говоря, табу. Я уже вижу, как некоторые расстроились от столь печальной новости, но смею заявить, данная часть также обладает кое-какими мерзкими скрытыми пасхалками. Скоро вы увидите. А пока что посмотрите на оры очень милых феечек. Убить! Убить! Порвите их на куски! Режьте их! Режьте их! Сейчас же я добиваю волчков, оканчивая типичный такой следниковый квестик. Всего тут таких квестов несколько, и созданы они лишь как повод для вручения в наши лапы налички, кое я могу потратить на доспехи с оружием или же запихнуть прихвостнем в сраку, потому что ни на что другое больше деньги потратить нельзя. Эх, может хоть проститутка какая найдется. Приветик, мистер рыцарь! Вау! Стоило ментам жестоко изничтожить тесака, как вдруг лоли сами начали в лапы прыгать! Надеюсь, вы сможете помочь мне! Видите ли, мне нужно добраться через леса к домику бабушки! Но леса такие темные и страшные! Я не хочу идти через них одна! Может быть, вы и ваши забавные существа сможете помочь мне? Пожалуйста! Не бойся, девочка. Единственная угроза, которую тебе стоит бояться, это вот этот четырехглазый ехидныш. Правда, стоило мне войти в лес как совершенно внезапно, красная панамка показала себя совершенно другой стороны. Кто оставил здесь эту маленькую глупую штукенцию?
большой булыжник. Идемте! Ну нахер. Хозяин! Ты видел, видел? Как вы уже догадались, шапка на деле маленькая шмара. Она ни хрена не девочка, и все ее просьба о помощи не более чем попытка заманить меня с пацанами в ловушку на растерзание волков. А, помогите, мистер Рыцарь! Я спрячусь здесь, а вы постарайтесь не быть съеденными! Правда, вот облом ее сраки, ничего не получилось. Ведь я хрен копченый, в масле моченый, к троллингу иммунитет и мой пукан не печеный. Вау, мистер Рыцарь, не могу поверить, что вы защитили меня от всех этих волков. Да хотите, моя бабушка наградит вас? Награда? А может, все это не ловушка, а? Может, она типичная селянская девочка из узбекской глубинки, что ждет людей просто потому, что это у них такая национальная кухня? Прямо сюда, мистер Рыцарь! У бабушки есть награда для вас! Это есть нетипичное декорирование для бабушки. В любом случае, лучше думайте о награде, сэр. Вам стоит отучиться ходить с маленькими странными девочками, знаете ли? Ведь действительно не стоило убивать моих волков! Вот сука, она не Лоли, она Фури! Убиваем ее нахуй! Что ж ты, тварь пушистую, схватить ее за хвост и убить об скалу, разрабы! Зачем таких страшных боссов делать? Че вы, страшно же? Тут-то начинается очередной эпичный босс-файт. Моя задача уничтожить волчью королеву, пока она не сожрала меня или не начала убеждать то, что не весь фури-фандом построен на извращениях и порнухе, у нас много адекватных ребят, и вот анимешники же дрочат на рисунке, так почему нам нельзя на рисунке очеловеченных животных? О нет, хозяин, она орально ублажает одного из работяг! Мама, я больше не хочу играть в эту Nintendo. Купи мне Xbox. Вон его маленькие песики убили большую старую волчью королеву! Она собиралась съесть нас! А чё у вас нет синих собачек? Да, как те, которые есть у ведьмы! О-о-о, да, может быть, они исчезли так же, как наш друг Рой? Он отведал той печенюги от мужика в городе и Жилис, и Салли. Они тоже не вернулись домой! Пошли, Марк, вернемся домой, пока мамаша не забузила. Вот вы будете смеяться, на самом деле это все очень даже в духе игр от Nintendo. Ведьма, фури в погонах, украденные дети. Если вдруг вам кто-то будет тирать, что на системах Nintendo только детские игры, то заставьте его пройти Маску Маджора, либо Earthbound, либо Окарину Времени, либо Пианино Super Mario 64, либо Metroid, либо любую другую их игруху. Или же выцегоните обзор у меня, либо же пошлите этого человека на три буквы. Ешь кашу и не ной, к ночи же писюн по. Сейчас мне надобно по сюжету идти на поиски синих работяг, и поможет мне в этом очень даже по-педофильски выглядящий торговец сладостями. Печенюхи, печенюхи сделают ваши зубы белыми и сильными. Белыми и сильными? Дайте 5 упаковок. Докапываюсь с пацанами по-быдлански, типа чкаво, чкаво, до сладкого хрум-хрумыча, и вот что узнаю. А мне проблемы не нужны. Я всего лишь сделал свою работу! Ведьма! Донис ее зовут! Она давала мне печенюки, а я продавал их! Она платила мне! А с такой оплатой вы не будете задавать вопросы! Слухайте, все, что я знаю, это то, что дети их едят, а потом ходят куда-то туда, я не знаю куда! Смотрите, вот, возьмите это, я использую, чтобы перейти мост из города, когда набираю больше печенюх. Только ничего не говорите, ладно? И снова очередной фэритейл квестик. Как вы помните, первая часть была крепкой сатирой на фэнтези, как бы. Dark Legend тоже идет по такому пути. Правда, в некоторых моментах Риана решил добавить в игру капельку сказочной пародии, потому что... Семейная консоль, ага. Детишки играют, а потом получают лютые психические травмы. Мама, у меня из-за Mad World перелом души. Привет, мальчик! Тебе нравятся печенюхи? Их так много в моем доме! Но сначала ты должен кое-что мне дать! Рыбочку по дяде!
отлично! А теперь проходи! Ох, святая молочница, я не люблю гостей по 2 метра ростом! Наша дорогая ведьма, ныне не поехавшая бабка с зависимостью от детского мяса, подобно общественной элите, а прапор в колпаке, который имеет на службе стрёмные печенюхи, внушающие своим видом не то чтобы страх, а скорее нервозные неудобства. Как в фильме «Братьев Гримм», ну вы помните. А я гарная печенюха! Смерть юбилейном! Чаепитие для конфет! Я с пацанами эпично накрошил углеводы и гордой поступью вошел на завод сладостей. А синие ребята танцуют в клетке. На самом деле я искал синих не потому, что они классные хиллеры, а потому что ныне у нас очень этнически разнообразные тимы, и теперь мы можем дебютировать на Netflix. О, а вот и вы! Как идет бизнес, мисс Зубная Фея? Слушай, милаха, для тебя мисс Ти, все идет паршиво. Эта зубная гигиена знатно поднасрала нам в последние дни. Петь, покажи мне зубки! Вот как мы и договаривались, мисти! Много милых молочных зубок! На, отлично! А вот тебе золото по монетке за каждый прекрасный белый зубик! А спасибо, мисти! Это только у меня или есть в этой ведьме некий задел на порнушные арты? Так, подождите. А, блин, а с ней артов нет, оказывается. Художники, действуйте! Чтоб футанели картиночки были у меня на столе прямо к ужину, я жду. На фабрике я срываю производство, туша печки и давая в хлебоприемники печенюшкам. А на десерт решаю типичные задачки а-ля как дернуть рычаг там, чтобы прихвостню рожу не сломали. Рутинка, рутинка и скотинка, скотинка, а хилтейкер — игра для озабоченных. Пандемоники не существует. И тут совершенно внезапно игра превращается в завязанный на гадких семейных узах детектив. Ведь, как оказалось, ведьма корефанится с Гримзой Гердой, которая взамен на бабос дала кондитер в аренду логова синих прихвостней. И именно благодаря ним происходит зубной бизнес. Ха-ха, зубки сами берут и вываливаются, я даже больше не использую молоток. Ладно, мне нужно отнести это золото в золотые холмы. Виджету нужно больше запчастей для его машин. Война тут сама себя не начнет. Ну, держись, шоколадница. Я иду тебе давать с ноги в рожок. Сам босс-файт не особо сложный, но заставляет покорчить рожи, а-ля пытаюсь просунуть нитку в игольное ушко. Летающую бабу надо сбивать ракетами, но делается это пока что через сраку, ведь... Ну, сложно, короче. Благо, каким-то макаром то тут, то там удалось ее задеть, сбить и отпинать берцами по-панковски. Моя избушечная индустрия разрушена, а метла в требезги! Все, я поняла послание. Я уйду, может, пойду и превращу несколько принцев в лягушек вместо этого. Забирай улей, это твоя земля. Не буду больше тебя беспокоить, я обещаю. Немного обидно стало от того, что мне не дали ее убить, но да ладно. Я не особо советую вам обращать на это внимание, ведь именно с этого момента главный сюжет перешел на средний такой жесткач, а именно наши брат и сестра что-то задумали, и нам надо им сломать колени за это. И кстати, еще один забавный факт, копилку этой чисто семейной игры для детей. Всего у нашего батяни 3 ребенка, и по характеру и внешности очень разные. Одна похожа повадками на дворфа, другой на эльфа, а наш так вообще похож на повелителя предыдущего. И это не случайность или совпадение. Мама наша ушла от короля с каким-то богатеем, потому что по натуре настолько низкопробная куртизанка, что за время совместного сожительства с королем успела заиметь детей от дворфа, эльфа и нашего дядюшки. Ну вы поняли! Для детей! Обожаю игры для Nintendo! В первую очередь я с ебятами... Я даже не буду это исправлять. Иду через леса в земли гномов. Правда, в их землях мне не сказать, что есть чем-то заняться, ведь в самых крепость меня отказываются пропускать. Пиши вон отсюда! Тут только пускают дворфов или дворфских друзей в нашу мастерскую. А ты не то и не это! Пиши! Бам-бам-бам-бам-бам! И ладно бы, если бы только на этом все и закончилось. Я же не обидчивый, но нет, дальше хуже. А что насчет моих машин войны? Гиперфланджеры такие шаткие, а шпунтики и тарапунтики приходится связывать ниткой. В таком состоянии они бесполезны перед Зеленой долиной. Успокойся, Виджет, не закончим их. Нам не нужна доля, чтобы делать золото. Лучше ускорить производство гномьих статуэток. Собери, упакуй, продай, и тогда зеленый Лукск будет наш. О, значит, у меня будет больше сеток, и крепкие будут. И значит, у нас будут зажигалки гномьи, и все будет хорошо, и все смазано, и все прекрасно. Идем, моя любовь, нам столько нужно сделать. Значит, эти твари против моего народа идти хотят. Власть желают захватить. Ничего. Еще как возьму и... Внезапно, короче, на нашей земле напали злобные растения и начали терроризировать и жрать селян.
Я как бы их изгнал, делов-то на пару раз по затылку, но суть дела в том, что эти веганские питомцы пришли с земель эльфов и... Вы, короче, понимаете, что врагов все больше, а мне вместо покоя хрен без соли. В эльфийских землях царит атмосфера хипстерского срача. Такая охота винтажным фотиком сделать фотки, написать что-нибудь в блокнот кожаный и оттопырить мизинчика во время минета под «Somebody that I used to know». А друг или враг? Для меня ты точно выглядишь как враг! Уйдите, темные враги! В эльфийскую крепость нас тоже не пускают, ну и шерзых вам за щеку, мне не жалко. Я тогда в обход двину. Правда, путь обходной вел не на базу, а прямо в теплице эльфов, где я остроухим оформил массаж лица подошвой. Мой глаз зацепился за странные вещи. Во-первых, тут походу идут опыты, нехорошие с растениями, а во-вторых... Листья плачут от боли, земля трясется, как раненый олень. Кто же подобное сотворил? Клеточная структура недостаточно крепка. Ты вообще меня слушаешь раз? Да-да, плачущий олень, листья страдают, да-да-да. Ты шо, хочешь, чтобы я унес это улей этих зеленых штук? А ну не трогай перегной, не смей трогать бассейны! Эх, они были так юны, я бы даже сказал, малышки. О, но то, над чем я работаю в своих теплицах, это действительно нечто особенное. Лучше бы так оно и было! Да что ж такое-то, еще и брат в враги прошел? Я, конечно, ничего не говорил, когда палил его в женских нарядах или же в скрытую папку с гигабайтами артов от Дмитрия Пукича. Я молчал! Но теперь, когда эта тварь с пижонами закарифанилась, я прям не рад! С братом и сестрой надо что-то делать, и благо у Гнарла созрел так называемый coming plan. А еще, кстати, в этих теплицах мы нашли зеленых прихвостней, но про это, я думаю, даже говорить ничего не надо. Ну, нашли и нашли. Чё бубнить-то? Значит, получается так, эльфы и гномы планируют войну, мой лорд? Нам нужно сделать все, чтобы зеленые лука не подверглись такой масштабной атаке. Пожилой работяга, то бишь прораб, предлагает чисто по приколу стравить дебилов друг с другом, а точнее вырядить прихвостней в гномов и насрать у эльфов прямо у порога. А потом одеться в эльфов и гномам прямо напротив окна красками написать: «Бородой крохотный писюн не компенсируешь, чмо!» Сначала мы врываемся на одно из дворфских производств, где злобные пивные бороды типа бухали да занимались своими делами. Ну, классика. Я говорю про это в прошедшем времени, потому что ныне они все на том свете пьют мочаковское нефильтрованное. Хотя стоит отдать должное. Интерьер в стиле кузнечного панка очень даже приятен глазу. В конце донжона я нахожу сундук со шмотками бородатых недорослей, и они нашим ребятам очень даже как раз. Именно в этих одеяниях нас пропускают к эльфам, ведь по сюжету они хоть друг друга недолюбливают, но стараются быть союзниками в такие нелегкие времена. Но ничего. Скоро вы будете относиться друг к другу, как наши братские народы. Союз длился недолго, ведь мы начали буянить, рвать цветы, срать на ромашки и просто вести себя по-деревенски, чтоб у хипстоты пуканут запекся до стадии «well done». Гномы! Гномы атакуют теплицы! Скорее, братья, мы должны защитить их! О-ла-ла, даже цветы мутанты, практикуем ГМО, значит, да? Обычная картопля уже не по душе, вот снобы! Все лишь бы никак у людей, еще небось и жопу не подтираете, а обсушиваете котях феном, затем крошите его в руках. Блин, че я несу? Ой, мне лечиться надо. Ладно, короче, добрались до мейн-босса и смотрите косыну, пока я тут себя приду. Ты забрал моих зеленых, украл мой уль, убил моих малышек! Но я не одурачен, я знаю, что это ты, маленький лорд Громгард! Босс-файт пред нами очередной и важный, ведь это, считай, один из финальных боссов, а точнее предпоследний. Да-да, конец уже скоро! А пока что наслаждайтесь, как я с ним ласково обхожусь, ах, аж так приятно жизнь его капает, как полюция с конца. Нет, нет, я должен сказать остальным, что это не гномы напали на нас. Я должен сказать, Размус, так что ты насчет этих яростных гномов? Эразмус, ой, Эразмус! И как упавший листик ты был раздавлен чугунным сапогом жестокого мира! Гномы!
Гномы сделали это! Чел, боже, какой же ты тупой! У меня... ой, господи, у меня даже слов нет. Наверное, когда мать была тобой беременна, она тебе вместо классической музыки ставила дохлых ананасов. После этого от канала Бэбэй отписалось 1.5 рэпера, а среднее IQ среди подписоты увеличилось на 10 пунктов. Уверен, что моя сестра пытается ослабить меня, дабы сама захватила Зелёно-Луганск. Эти мелкие бродопукичи пожалеют о том дне, когда связались с Гринвилл Кромгардским. Все, Братислав обманут, а я же нахожу очередной сундук с одежкой, только уже эльфийской, и маршем таким приятным немецким иду в сторону замка гномов. Ой, цу, шо, эльфы? Решили довести нас жалких гномов? О нет, и чем же мы заслужили такую честь? Да-да, мы друзья эльфы, да, мы любим цветы, будучи одетыми в костюмы феечек, любим нюхать друг другу под хвостом. Тут мы также буяним максимально прикольно и триггерим гномов на ненависть. Це очень короткие эльфы, возможно, новички. Давай! Давайте, ненавидьте эльфа, все эльфы негодяи, Пробел я в этом данжоне много времени, но по факту мало что могу интересного рассказать. Ну да, прикольный интерьер, дерусь, да, классно. Единственным самым смачным событием стал босс-файт финальный. Гном-виджет сидит в своем дредноуте и что-то там говорит. Шо, пытаешься проникнуть сюда, да? Хочешь напортачить с моими машинками, Что ж, у тебя не выйдет, малыш! Ты хочешь драться? Хочешь меня на бой вызвать? Ну давай, удар, удар, еще удар, удар опять и вот. Юный повелитель Громгарда проводит апергот. Вот он мне дал жральник с ноги, а я-то не ушел. А я упал фейсом в говно, и мне нехорошо. Виджет, ты слышал? Виджет, давай виджет, что они с тобой сделали? Леди Герна, я нашел это! Не знаю, кто за этим стоит, этот мерзкий кусок собачьей блевоты! Что ж, если Гринвилл и его влажные эльфы хотят войны, они ее получат! И как бы это ни было для многих обидно, но на этом игра и закончилась. Да, все, это был последний босс, угу. Мы же можем посмотреть итоги истории и довольно хрюкнуть. И вот эльфы... и дварфы... Все они пошли на войну! Битва была яростной, но ничмошные эльфы, ни бородатые дворфы не сдавались. Вместо этого они ненавидели друг друга и уничтожали еще долгие поколения. И будут они убивать друг друга острыми предметами, пока кто-либо из сторон не утихнет. А что до Гринвилла и Герды, то они оба устали от войны, которую уже и начали. Каждый из них вернулся в замок Громгард и надеялся, что смогут получить причитаемое им от семьи. Но кое-кто их ждал. Вместо этого их заставили убираться и восстанавливать былую славу замка Громгард. Земля вернулась под власть жестокой, но справедливой тирании. Зло снова стало главенствовать. А даже старый пожилой герцог, лишившись многих обязанностей, продолжил свои путешествия ради славы и денег, и, возможно, новой жены. И это был Оверлорд Дарк Легенд. Боже, я пишу этот текст уже в 4 часа ночи и не ложусь спать себе назло, потому что жизнь слишком сладкая, хочу горчить по максимуму. Может, реально начать делать ролики по Арканову, чтобы жизнь свою в ад превратить на серии 15, а? Черт, что-то я опять загадился, нету. Вот он был Оверлорд на Wii. Как вам, ребята? Особенно интересует мнение тех, кто играл в сами игры на том же ПК и знакомый с серией. Мне очень интересно ваше мнение, потому что поначалу лично я был запутан немного. Как бы да, эта игра максимально упрощена геймплеем по сравнению с оригиналом. Нет тебе никаких прокачек нашего жилища, эссенции прихвостней только один на всех. Возможности аморального выбора нет, да и каких-либо вайфу нам тоже не завезли. Непорядок, вот за вайфу, кстати, максимально обидно. Это меня очень огорчило, но потом я просто немного под другим углом начал мыслить. Данная игра вот вообще не полноценная часть. Это очень такой крепкий, ламповый и достаточно забавный спин-офф про молодого повелителя-подростка. Действительно такая детская версия Оверлорда, угу. Сюжет также наполнен юмором,
есть харизматичные персонажи с парой строк диалога, а геймплей все так же угарен. Так что, если не ожидать от этой игры слишком многого и там приписки 3 рядом с названием Overlord, то получишь именно то, чего хотел. Крепкий спин-офф как для ценителей, так и для новых игроков. Я доволен. А вы? Мне не пишите, а то накажу. А теперь давайте немного о другом. Я... Так, сейчас подождите, я музыку какую-нибудь такую грустненькую включу. Я закончил ролики по игре и думаю, что делать дальше. Лично я все же думаю еще чего-нибудь из относительно олдовых игр вам показать, как, например, Mad World, No More Heroes или же вообще Игори Space 3, у меня их полно. Но если вам прям охота, вот сейчас что-то большое, то пишите, я все-таки прислушиваюсь и пытаюсь удовлетворить потребности такой верной аудитории. Кстати, в ближайшее время ожидайте видос такой технологический в плане обзора на приятную железную обновку. Просто говорю заранее, чтобы потом не было удивленных глаз и возгласов. Это не вампир, маскарад, бадбунс. Бэдбунс. Маскарад агбунс. Ну ладно. А на сегодня, мои дорогие друзья, не буду с вами прощаться, потому что я никуда не ухожу и снова... Скоро вам явлюсь на глаза с контентом. Бебепс, а чё ты такой грустный в своих видео? Всё, надоело уже делать ролики. Делаешь ролики чисто ради на бабоса и ради на куда откусить? Создание роликов не радует, а? Мистер уже не тот. Маркиз, да скатился! Чел, тебе что надо? Свалил отсюда? Чмыряха токсичный. А ты кто такой? А где этот? Как его? Ну... Этот грустный с бородой такой... Пигант... Алло! Жирный ую... Ау! Бебебз. Где? ББ пытался сделать ролик по Арканному и внезапно самоубился. Ну, самоубился. И теперь я делаю всю эту срань, пытаясь пародировать ее, чтобы эти говноиды схавали. Ага. Ну, понятно. Ненавижу эту работу. Мне даже не платят. Мне позволяют есть. Мою еду мне позволяют есть. А если я не сделаю ролик и я попытаюсь поесть... Придет этот какой-то там этот дудуй или урод, короче, бородатый придет, вот так вот выпьет у меня тарелку из рук и все. А если начнут с пола есть, он мне пинать начнет по яйцам. Еще я, кстати, это сексуальный охотник за хейтерами, так что ты далеко не уходи, ладно? I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sexy thing. I believe in miracles. We are wrong. You sexy thing, a sex